Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте. Рев моторов и клубы пыли разносились на выходных над новосибирским мотодромом. Там впервые прошли всероссийские соревнования по спидвею на гарьевой дорожке для юных гонщиков. Михаил Якимов расскажет подробнее. Старт. Сразу такая рьяная борьба. Четыре круга длиной около 250 метров. Заезд длится чуть больше минуты. На раскачку времени нет. Самое удобное место для атаки и обгона – это вираж. Здесь и разворачивается основная борьба. Но здесь же происходит большинство падений. Гонщики лихо закладывают мотоциклы в управляемый занос, не жалея ни себя, ни резину. Периодически иногда меняем сторону, то есть старую изъезженную ставим на новую. Сторону это на колесе, то есть когда у тебя звезда и колпак прикручены на разных сторонах. То есть заезд один ты провел, снимаешь колесо, меняешь колпак со звездой местами, переворачивается колесо, новая сторона резины уже идет. За один соревновательный день спортсмены могут поменять 2-3 задних колеса. Протекторы стираются нещадно. Ухаживать за своим мотоциклом гонщики учатся с малых лет. Между заездами обслуживают его вместе с техниками. Даже те, для кого это первые соревнования в карьере. В спидвей мальчишки чаще всего приходят из мотокросса. 6 лет я научился ездить, и мы пришли к нам на стадион. Я посмотрел, попробовал покататься. Папа мне рассказывал то, что... Ему казалось, что я езжу очень быстро. А когда мы только приехали на стадион на маленькую трассу, мне было трудно заехать даже на обычный трамплин. Самые первые соревнования по спидвею. Всероссийские юношеские соревнования – первые для новосибирского мотодрома за долгое время. Это пробная гонка, такой, скажем, контрольную мы пишем, можно сказать так, чтобы на будущий год нам дали не всероссийский турнир, а уже именно первенство. И, может быть, мы сделали уже в несколько этапов, что будет интереснее как для самого чемпионата и для спортсменов в целом. Потому как ранее одна гонка в сезоне, но это очень мало. Наставники юных спортсменов говорят, одно такое соревнование с лучшими сверстниками дает гонщикам столько же опыта, сколько 20 тренировок. Потому количество турниров хотят увеличить. У новосибирцев пока большого соревновательного опыта нет. Для всех троих это вторая гонка на всероссийском уровне. Пьедестал спортсменам не покорился. Но выступили парни достойно. Лучший результат – четвертое место, показал Илья Аратов. Победителем соревнований стал Кирилл Куклин. Из Балакова. Мечты, вот сейчас ближайшие планы, вот стать чемпионом России, у нас еще Россия будет. Потом испробовать себя на 500 кубовом мотоцикле и выиграть, конечно, мир на 500 кубовом мотоцикле. Турнир в Новосибирске для всех участников стал хорошей проверкой сил и знакомством с соперниками. Скоро большинство этих парней вновь встретятся на треке. Через 3 недели в Тольятти пройдет первенство России. В Новосибирске завершился всероссийский турнир по боксу. На нем выступили спортсмены из 9 регионов. Бои стартовали в спорткомплексе «Север» в среду, а в субботу боксеры разыграли медали. Финалы наш телеканал показал в прямом эфире. Среди участников турнира – победители и призеры чемпионатов федеральных округов и даже боксеры с опытом выступления на профессиональном уровне. Что, несомненно, порадовало местных любителей бокса, практически во всех финальных парах были новосибирцы. Исключение – две весовых категории – 67 и 71 килограмм. Эмоции, конечно, не выразить так просто после боя, особенно устал, были тяжелые бои. В финале встретился тоже с новосибирским боксером. Мы с ним уже третью встречу проводим, поэтому как бы друг друга знали, это еще больше было сложнее, потому что и он меня знает, и я его знаю. Но так, как сегодня, мне удалось его обыграть уже в третий раз. Все поединки, кроме одного, завершились судейским решением по итогам 3 раундов. А вот бой тяжеловесов Даниила Штенфельда и Сергея Кузютина продлился чуть больше 2 минут. Кузютин отправил соперника в нокдаун. Может быть, он и готов был продолжать. Просто его угол посчитал, что лучше отказаться от продолжения боя. То есть они выбросили полотенце. Я считаю, с одной стороны, это правильно. Когда есть такая возможность, лучше сберечь здоровье. Можно, конечно, показать свой характер. Может быть, он и хотел дальше. Но угол посчитал так.
Турнир памяти новосибирских боксеров имеет категорию А. Это значит, победители могут получить звание мастер спорта. Из-за небольшого количества участников по регламенту должно быть не менее чем из 22 регионов страны, звания в этот раз не присуждались, но это ничуть не смазало впечатление гостей от турнира. Организация прекрасная. Подобный уровень, как на первенстве России, я был там трижды. И не хочу сказать, что здесь уровень организации уступает. Но видите, так как первый год, когда сделали этот турнир класса А, наверное, поэтому народу много не собралось. А в целом все замечательно. Следующий и так далее. Народу будет приезжать, мне кажется, очень много. Финальные бои – часть большого фестиваля бокса. Пока спортсмены выявляли на ринге сильнейших, на поле стадиона «Электрон», который расположен по соседству, проходила выставка военной техники. Выступления курсантов, работала полевая кухня, а юноармейцы состязались в военно-спортивной игре. В завершении выпуска новости из гиревого спорта. Два новосибирца вписали свое имя в Книгу рекордов России. Дмитрий Шевелев и Андрей Верхозин вошли в сотню человек, которые в течение 10 минут поднимали гири. Необычная акция прошла в Кемерове. В итоге поднятый участниками общий вес составил 330 906 килограммов. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи!